Владимир Путин распорядился продлить государственную программу «Доступная среда» до 2025 года. Об этом сказано в перечне поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями профильных общественных организаций, которая состоялась в декабре. Документ размещен на сайте Кремля. Особо подчеркнуто, что потребности людей с ограничениями по здоровью нужно учитывать при строительстве жилья, развитии городской среды, здравоохранения, образования, культуры. Отдельный пункт касается трудоустройства инвалидов. Правительству и региональным властям поручено до начала февраля принять меры по повышению уровня их занятости.